Мое первое увлечение с детства это было, конечно же, рисование, поэтому после окончания школы у меня не было долгих раздумий, куда поступать. Тем более, когда на базе нашего Иваповского института КФУ открылась специальность направления дизайн, а я первым же делом подал документы именно сюда. Учеба на инженерно-технологическом факультете дает мне возможность не только обучиться чему-то новому, но также и проявить себя и заявить о себе в широких массах. Допустим, недавно у нас прошла выставка работ в Елабужском музее-заповеднике под названием «Начало». Многие работы наших студентов, в том числе мои, были представлены там.